В 2017 году Всемирная организация здоровья решила сделать темой Всемирного дня здоровья помощь людям, страдающим депрессией. Он прошел под лозунгом «Давай поговорим». 7 апреля в Крымском федеральном университете имени Вернадского прошел ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. Исключением не стал и медицинский колледж КФУ, где юноши и девушки провели тематический флешмоб под лозунгом «Здоровым быть модно». Мне очень хочется пожелать вам в День здоровья, чтобы вот эта мода на здоровье, мода на здоровый образ жизни, она присутствовала у вас всегда. Чтобы каждый день вы задумывались о том, что вы такое делаете, да, для того, чтобы быть и оставаться здоровым. Помимо этого, для обучающихся колледжа был проведен урок здоровья, во время которого ребята с большим вниманием ознакомились с видеофильмом о состоянии здоровья молодежи Республики Крым. Как будущий медик, хочу сказать, что мне очень приятно участвовать в таких мероприятиях, так как это важно, ведь здоровый образ жизни должен быть в основе каждой жизни, каждого человека. И мальчики, и девочки, и взрослые, и пожилые люди. Все должны быть за здоровый образ жизни. Также в программу мероприятий вошел мастер-класс от чемпиона мира и Европы по панкратиону. Сила спорта в массовости, ну а красота в разнообразии. Каждый человек может для себя найти вид спорта, где он может утвердиться, развиться, получить что-то полезное, определенные навыки наработать, под свои определенные способности подобрать навыки. Ну, не мне медикам рассказывать про психосоматику, просто скажем, что пользы в спорте много, и вы можете выбрать. Сегодня я вас познакомлю с такой дисциплиной, как грэпплинг. В завершении студенты медицинского колледжа раздали листовки, призывающие обращаться за помощью людям, которые страдают депрессией.